Выход на лед опасен для жизни, предупреждает региональное управление МЧС. Среднесуточная температура воздуха опустилась до минусовых значений, но этого пока недостаточно для того, чтобы лед на водоемах области окончательно сформировался. Местами он рыхлый и хрупкий. Между тем, уже сейчас находятся желающие прогуляться по тонкому льду. Последнее предупреждение. В регионе действует официальный запрет выхода на лед. Инспекторы ГИМС в ходе патрулирования крупных водоемов области и парков областного центра начинают штрафовать нарушителей. По статье 5.7 штраф идет от 700 рублей. Но мы уже эту работу ведем давно, ведет работу в нескольких направлениях. Мы проводим беседы в школах, учебных учреждениях, работаем с администрацией для того, чтобы они выставляли в наиболее опасных местах, где есть массовые выходы рыбаков, аншлаги, запрещающие, до того времени, пока лед полностью не станет.